Ну, какой-то дежавю. Недавно мы играли игру, тоже здесь, в принципе, по схожему сценарию. Но с каждой игрой мы прибавляем, все увереннее играем. И сегодня по содержанию игры особых претензий нету. Есть, к сожалению, претензии опять в плане игровой дисциплины. К сожалению, опять на те же грабли наступаем. Но ребята молодые, азартные. Проведем беседу и будем двигаться дальше. Хорошая игра. Я считаю, что мы сегодня потеряли очки. Сколько? Одно или три? Теперь уже не важно. Но еще раз говорю, мы с оптимизмом смотрим в будущее. По игре мы не уступаем практически ни одному сопернику по физическим качествам тоже. Поэтому будем прибавлять в своем мастерстве, и наши успехи в будущем обязательно придут.